Русское радио, а ну-ка. СМИ обвинили ФСБ в отравлении Алексея Навального. О, господи, нет, нам этого явно не нужно. Европа плюс. Да. Ой, здравствуй, дорогой. Короче, идите вы в жопу. Скучно и не работает. Ничего не работает, никакого праздника. Да, вот я просто покушал, да, все. Да, да. На балкон но идут. На балконе идут. Ты не убьешь моих союзников! А, он резко. А! Вижу врага. О, господи, тут враги. Сейчас рванет! Я! Охотник! Это что, получается, бежать некуда? Бежать! Некуда! Я главное, чтобы меня откуда-нибудь сбоку сейчас не сняли с какого-нибудь. Я контролирую все целиком и полностью. Понял. Ай, бля, меня нокнули. Я тут в сейве. Да? Ой, только ляж. Надо было жалеть. Шо? She wants the dick. She wants the... Da... А, да, Дарк. А. Блять, как же стыдно. She waits in the dark. Так, я вроде все вел, да? Что это? Да ладно, ладно. Блять, как? Дальше пойдем пешком. Ты как ты смеешь, ты? Никомигарно. Ты не безнадежен, в смысле? В смысле, я вообще-то призрак Цусимы. Я легенда, про которую говорят все местные воины. И просто люди. Я для них надежда, зачем ты обижаешь меня? Здорово, парень. Да, блядь, я уже там. Что происходит? Меня пчелы откидывали назад. Чувства надо больше. Силу вкладываю в крик. Смотри. Я просто играю на флейте здесь. Ну ладно. Прости. Стой на месте. Какой хер вообще? Не, физика очень прикольная. Боже, как охеренно на этой тачке едет. Она прям супер управляется. Ну, в смысле, управляется супер плохо. Сука! Но интересно. Вот так оно бывает, да. Да. Куда там? Здесь не на что смотреть. Я же говорил, я джедай. А когда они там закончатся уже? Ни хера это! Почему их так много?
Не, мужики, я не буду брать следующую. Это уже суицид. Вы взяли? Так, шутер, бежим! Вау! Вау! Работаем! Это огромный мужик! Охеренно. Это босс всех мужиков! Это главный мужик! Супер главный мужик! Вот он заливает, слышь! Дело сделано! Да. Охренеть! Ой, два кайфа, мужики! Отлично! Но тут чё-то нет, смотри. Это было неплохо. Это было супер. Полистай, пожалуйста, камеры. Типа, спереди кто-то есть? Никого. А вот так? Вот оно, да. Вот оно. Спереди никого не было, если чё. Этот флаг. Ой, а где? Видно издалека, значит. Ребят. А? Шо? А где корабль? А где корабль? В смысле, он только что здесь был. Мы на нем только что были. Да, он в глазах исчез. Он просто исчез на моих глазах, и я увидела, как... Под нашими ногами. А вдруг не выживет? Смотри, сейчас, если убьют кого-то, тогда Реса. Если нет, тогда не Реса. Сэкономили тут. Все равно Реса. Блять, вон чистый. Хайпово. Хайпово. Стоит колдунчик руками. Там тип, где что было? Блять, как это работает? Дима не поднялся. Я по стене церкви иду. Слева. Так. Монстр держится за голову и идет в лестницу. Что? 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 Его больше нет. Он жив. Нет, он жив. Артур? Да поскользнулся, наверное, нормально. Бежит, 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 бежит. Назад. Что там было? Что было-то? Джек, а, то есть Артур, что там было? Его больше нет, походу. Его больше нет. А что ты же... Так, давай я в него выстрелю, и мы побежим. Не-не-не, не надо бежать. Не выстрели в сторону, чтобы он согрелся на этот, на свет. На... И пробежите. И пега. Получилось? И пега. Ты... Я ушел на натот! Беги, Джек! Пусти беги! Не закрывай меня! Она забрала меня! Бега! Я умер! Я умер! Ты умер! Я побежал с трупами какими-то! Вот а что это? Там тень была! И она свалила там пол! Что происходит? Вы что меня бросили, гады? Господи, я в жопе Тани был только что ужас! Я призрак теперь! Я вас сейчас буду хантить до конца жизни! Нет, я тебя не бросала! Вот тебя кромысло! Мы не пойдем. Понял? О, мое. Чат, расслабься, здесь светло. Что тут может пойти не так? Лоб. Щит! Ребеночек. Ты там как? О, боже, я бы сейчас заплакал, но не буду. Просто нужно дойти до... Ого, уже другие люди говорят. Спички пропустили. Блять, да вот поэтому я их пропустил, идите нахуй. О боже, просто сейчас. Мне страшно, боже, просто страшно. Все, отстань. Я немного напрягаюсь. Немного напрягаюсь, прости. Отвяжись от меня. О, боже мой! Бежим! Кого? Кого? Ой, блядь! А что делать-то? Ой-ой-ой! Все! Все! Что делать?
Нахуй, пошли! Что это было такое? Гарри, это я, Раймонд. Ты видишь мою киску? Я слышу, как она меня учит. Ок, твой флиппенд нокбак Джинкс сдвинет его в сторону. Чтобы подвинуть Джинкс блок, примени на нем флиппенда. Хорошо. Высота. Дорогой Гарри, пожалуйста, встреть меня в землях замка. Ты можешь попасть в земли замка через парадную дверь. Заходи на чашку чая, поболтаем. Я должен сказать тебе кое-что важное. Совсем не подозрительно звучит. Неужели это знаменитый Гарри Поттер? Я Драко Малфой. Ты должен как следует меня уважать. Ищешь свою сову? Как неосторожно было оставлять ее? Каждый Беги должен... домой к мамочке, Поттер! Ой, прости, у тебя же нет ее. Блять, это так сурово было. Это ладно бы, если бы он просто говорил своим голосом, а тут эта гопота какая-то крикнула. Это реально очень-очень-очень некрасиво. Well, one gay, one way as a community we can come together. Что это за оговорки? Я не понял.